Биткоин-сувенир помог разбогатеть юной турчанке. Жительница Турции Лина Эролу, которой исполнился всего один год, стала одной из самых богатых детей страны благодаря биткоину. Новорожденной Лине в сентябре 2016 года дядя подарил один биткоин. Тогда он стоил 1795 турецких лир, приблизительно 527 долларов. Курс биткоина резко вырос, поэтому сейчас малышка стала обладательницей уже не 2, а 27 тысяч турецких лир. Гвенч Качкая, дядя маленькой богачки, отмечает, что такой подарок он выбрал как дань традиции – дарить новорожденным золотую монету. Но так как племянница родилась в поколении Z, то и в качестве сувенира он выбрал не обычную, а криптомонету.